здесь попросили вызвать Петрова, он здесь. Пусть войдет. Здравствуйте, Вадим Сергеевич. Ну что вы за человек, Петров? Ну что вы такое? Сразу после института сделали вас зав. Лабораторией. Так вы что? В первый же день выпили трехмесячную норму спирта, чем сорвали уникальный эксперимент. А это урги с девицами на складе изотопов. Ну хорошо. Дали вам кафедру. Сделали вам сообщать диссертацию. А вы? Перепутали защиту с банкетом. И на ученом совете начали произносить тосты! Потом хлопали по спине академика Гаврилова, целовали в бороду и кричали: «Ну ты даешь, старик?» Ладно. Послали тебя на международный симпозиум. Так мало того, что ты ни на одно заседание не явился, тебя нашли в квартале, я даже не могу сказать, каком. Без пиджака. В общем, так, Петров. Назначаем тебя деканом экономического факультета. Но я не знаю. Я просто не знаю, что теперь будет с этим факультетом. Все будет нормально, папа. Как всегда.